Ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալություն յուն կալելու եւ հրավերի համար։ Հայերեն թե ռուսերեն։ Ռուսերեն։ Добрый день всем. Спасибо большое за приглашение. Постараюсь быть максимально кратким, чтобы оставить больше времени на обсуждение. Значит, я хотел бы разделить на два основных блока мои тезисы. Первое, естественно, связано с инфоповесткой, что сейчас происходит в армяно-российских отношениях и что происходит в Республике Арцах. И второе, то, что Джуни отметил, по основным трендам, которые наблюдаются в регионе Южного Кавказа. Значит, сегодня мы наблюдали, как российский гуманитарный груз Российского комитета Красного Креста был доставлен в Республику Арцах по дороге Акна, Агдам, Степанакерт. В действительности из общей повестки, возможно, этот инцидент или это событие выпадет, но это очень важный индикатор, который необходимо зафиксировать сегодня. Складывается ситуация, при которой российская сторона в арцахском направлении пытается достигнуть своих целей и задач за счет уступок со слабой стороны. О чем речь? То есть можно зафиксировать, что отсутствие, то есть сохранение заблокированного состояния Лачинского коридора с фактическим параллельным функционированием дороги Акна-Агдам-Степанакерт фиксирует счет на табло, что договориться по вопросу открытия первого коридора не получилось, а по второму Россия, собственно говоря, если не продавила, то успешно поставила на повестку реализацию этого маршрута. И здесь вопрос идет уже позиций и восприятия России в регионе в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Достижение успехов в краткосрочной перспективе за счет слабой стороны ослабляет легитимность для дальнейшего присутствия уже в долгосрочной перспективе. Поэтому, наверное, рассчитывать на то, что мы здесь ад хок решили какую-то задачу, тем самым мы добавили еще один столб на общую платформу сохранения нашего присутствия в регионе, наверное, будет опрометчиво. Что касается современного официального дискурса армяно-российских отношений, это отдельная история. То есть мы можем зафиксировать как минимум три проблемы, да, потому что, наверное, все-таки такие встречи нужны для обсуждения проблем, а не для красивых тостов за все хорошее против всего плохого. Так что мы, наверное, будем фиксировать проблемы и уже в такой атмосфере будем пытаться найти поиск их решения. Значит, три основные вопроса, которые стоят сегодня по крайней мере, в официальном дискурсе армяно-российских отношений. Три основные проблемы. Отсутствие четкой коммуникации. По крайней мере, я и мои коллеги не зафиксировали никакого прямого месседжа со стороны российских официальных лиц или лиц, принимающих решения, по вопросу этого гуманитарного груза. Параллельно в армянском сегменте все примерно имеют представление, какая сейчас повестка и какой основной дискурс задается. То есть отсутствие прямой коммуникации и объяснительных моделей, то, что мы, кстати, с коллегами в Москве обсуждали, отсутствие реальных объяснительных моделей, что, зачем и для чего делается, создает вот эту проблему. Проблему не только двойной трактовки, но открывает широкое поле для совершенно ложной трактовки. Значит, вторая проблема. Заявления, которые делаются, во многом никому не понятны. Та самая мантра о том, что альтернативы трехсторонним заявлениям для установления мира в регионе нет, сложно объяснима. Да? Альтернативы нет, но почему-то все переговоры и основные последние договоренности достигаются в Брюсселе, в Вашингтоне, и только потом они ложатся на бумагу в ходе новых трехсторонних встреч на высшем уровне. И третья часть официального, по крайней мере, дискурса армяно-российских отношений состоит абсолютно непонятно, можно сформулировать как обычная перепалка. Да, то есть какое-то выяснение отношений между официальными лицами, которые кто-то напрямую, кто-то опосредованно принимает участие в процессе принятия решений. А параллельно к этой всей большой перепалке имеет место другой дискурс о том, что в целом никаких проблем нет,
Да, мы помним заявление пресс-секретаря президента России. Союзнические отношения у нас сохраняются. Да, есть проблемы, но мы будем их решать. А каков итог этого официального дискурса? Можем зафиксировать, что как минимум проблемы в армяно-российских отношениях сегодня встали на повестку в России. А если раньше они были даже не второстепенными и не третьестепенными, сегодня они вошли, ну, хотя бы, наверное, в топ-5 ключевых направлений, ориентиров вот этого внешнероссийского какого-то мониторинга или радара, если мы его можем так сформулировать. Теперь коротко к вопросу Джонни, а какие процессы сейчас наблюдаются. Ну, мы видим продолжение скопления техники, сил и средств на границах Республики Армении, на границе Арцаха. Мы видим активные попытки Ирана по недопущению военного развития ситуации, военного сценария на Южном Кавказе. Мы видим попытку Армении диверсифицировать свои контакты и попытаться, это очень важно, и попытаться решить вопрос без обращения или без апелляции к Москве. Но если мы вспомним список лиц, с которым связывался де-факто армянский премьер, то российских коллег там нет. Но там есть турецкий коллега. Да? То есть фактически армянская страна продолжает реализовывать тот курс, который был заявлен о том, что зависимость от России была стратегической ошибкой, о том, что вопросы в регионе, проблемы должны быть урегулированы на основе диалога с соседями, а не с какими-то внешними силами. И реализацию этого процесса мы, собственно говоря, видим. Да, если даже в краткосрочной перспективе Армении удастся нивелировать нападение, можно будет создать объяснительную модель, что вот видите, мы связались с Эрдоганом, Эрдоган давил на Азербайджан, и вот как-то ситуация урегулировалась. И все. И никаких апелляций к России как к какому-то арбитру или третейскому суде уже в этом нет потребности. Создается новая модель, новая региональная модель поведения без участия России. А поэтому заявление, звучащее из Москвы о том, что мы готовы содействовать нормализации армян-турецких отношений, ни в Армении, ни в Турции никто не ожидает вовлечения России в нормализацию отношений между Ереваном и Анкарой. Потом есть прямой диалог, отношения так и так нормализуются. А вот, наверное, если общими мазками, то вот это основные индикаторы, на которые хотел бы обратить внимание, остальное, наверное, в ходе вопросов и ответов. Спасибо.